Уважаемый Владимир Владимирович, я Калугин Анатолий Валентинович. Более 50 лет посвятил цирку. И вот сейчас собрались здесь люди, которые отдали всю свою жизнь цирку, которые сделали наш цирк, советский цирк, и перешли в российский цирк, сделали лучшим в мире. Но произошли какие-то недоразумения. Кучка людей, которая входила в состав правления Союза цирковых деятелей и были членами Союза цирковых деятелей, все их в то время устраивало. Начались перевыборы, и был избран новый председатель — Шевченко Яна Станиславовна. И вот это их выбило всех из колеи. Их было всего 6 человек, по-моему, 6 человек, которые получили мизерные голоса от 3, 1 голос, 3 голоса, 6, 13, в таком плане. И больше всех, конечно, получила Шевченко Яна Станиславовна. И вот это их выбило из колеи. Почему? Ну, они все рвались, выдвинули свои кандидатуры на должность председателя. Но как только увидели, что они не проходят, они заварили эту бучу. Они нашли множество вещей, которые якобы были нарушением. А получается, что, Владимир Владимирович, они сами были свидетелями этих нарушений. Они входили в этот союз, были в правлении и поддерживали, вероятно, тогда эти нарушения. И вот после всего случившегося они организовали что? Занимая руководящие посты, артисты, находившиеся в их подчинении, были запуганы и вышли из этого союза, но большинство ветеранов цирка остались. И поэтому вот эти оставшиеся ветераны сейчас просят поддержки от вас, защиты, потому как все это дело было заварено ими чьи-то белыми нитками. Еще раз просим вас, Владимир Владимирович, поддержите ветеранов, те, которые сделали советский цирк лучшим в мире. Наш родной союз един, никому не отдадим. Наш родной союз един, никому не отдадим.